Здравствуйте! Вы смотрите духовно-просветительскую программу «Лампада» в студии Лариса Степкина. Сегодня проповедь о покаянии. Мы расскажем вам, когда по церковному календарю наступает Новый год. В рубрике «Православие в вопросах и ответах» вы узнаете, что такое Божий суд. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня мы поговорим с вами о покаянии. Многие задаются вопросом, что же такое покаяние. Когда мы делаем что-то против закона Божьего, когда у нас таятся какие-то сомнения, мы чувствуем угрызение совести. Но угрызение совести – это еще не есть покаяние. Оно может сделать из нашей жизни сплошной ад, но в то же время оно не приведет нас к Царствию Небесному. Следовательно, кроме угрызения совести, должно быть что-то еще. Сердцевина покаяния. И сердцевиной покаяния является обращение человека к Богу. Обращение, переполненное уверенностью в то, что мы недостойны Божьей милости, но Господь ради своего милосердия простит нам наши согрешения. Как часто мы бываем в молитве обращаемся к Богу и просим о том, чтобы Он указал на Его волю. Но в момент житейских скорбей мы часто забываем о том, чего мы просили. И Господь зовет каждого из нас. Он говорит, куда ты следуешь? Неужели ты не хочешь спасти свою душу? И мы говорим, да, Господи, но помоги мне. И Господь говорит, да, я помогу, но и ты сделай шаг навстречу ко мне. И первым шагом навстречу к Богу является принять жизнь со всеми ее обстоятельствами. И с болезнями, и с горестью. Принять всех тех людей, которые встречаются в нашей жизни. И как бывает, очень тяжело принять, а не отвергнуть. Как часто мы просим у Господа, чтобы Господь послал нам того человека, который поможет нам в искании пути к Царствию Небесному. И мы в этот момент молитвы, если бы перед нами предстал какой-либо святой или сам Господь, конечно, бы последовали за ним. И, конечно же, бы исполнили все, что только от нас требовалось. Но часто Господь посылает нам тех людей, которым мы испытываем какие-то неприятные чувства. И мы говорим, да, Господи, я готов исполнить Твою волю, я готов принять того человека, но не этого. Я не готов исполнить то, что Ты от меня сейчас хочешь. И так мы проходим мимо того человека, того события, того обстоятельства, когда Господь помогает нам найти дорогу в Царствие Небесное. Еще нужно помнить о том, что нас окружают, помимо тех людей, которых мы испытываем симпатию и любовь, люди, с которыми мы поругались, с которыми мы поссорились. И Господь просит о нас о том, чтобы мы примирились с этими людьми, чтобы мы простили им их прегрешения. И как тяжело бывает простить человека. Как часто мы говорим о том, чтобы я бы простил его, если бы он был достоин моего прощения. Если бы он сам первый подошел ко мне. Но неужели, когда мы подходим к таинству исповеди, мы говорим, Господи, прости мне мои согрешения, потому что я этого достоин? Конечно же, нет. И прощение – это не только то, когда мы прощаем человека, когда он достоин. Я бы простил его, если бы он подошел бы ко мне первый, попросил у меня прощения, унизил себя. А так он не достоин моего прощения. И в тот же момент, когда мы поступаем так, это не является прощением. Прощение является тогда, когда мы помним этого человека.
Или как часто бывает, когда мы говорим: «Да, Господи, я бы его простил, если бы забыл о том, чем он меня оскорбил, чем он меня унизил». Но прощение – это не забвение. Прощение – это то, когда ты смотришь на человека, помнишь его согрешения, видишь его грехи и говоришь: «Да, Господи, я понесу его, и он будет моим крестом, хочет ли он того или нет. И я донесу его до Царствия Небесного. И в Царстве Небесном скажу: ради моего прощения, прости ему его прегрешения». И если бы мы научились нести тяготы друг друга, сколько бы людей стали достойны прощения Божьего. Следовательно, покаяние заключается в нескольких пунктах. Первый пункт – это обращение к Богу. Обращение к Богу с осознанием того, что Господь по своей милости, по своему человеколюбию простит нам наши согрешения. Второе – это то, что нужно принять жизнь такую, какая она есть. Принять то все, что нам посылает Господь. Принять, а не отказаться. Третье – это, наверное, то, что нужно научить прощать наших ближних. Помня слова о том, что как вы будете прощать вашим ближним их согрешения, так и Господь простит вам ваши грехи. И пускай у каждого из нас начнется это покаяние в сердце сегодняшнего дня. Потому что покаяние – это та дорога, которая ведет к Царствию Небесному. Аминь. Светский Новый год наступает 1 января. Как правило, о его приближении людям напоминают средства массовой информации, сфера торговли. Совпадает ли светский Новый год с церковным новолетием, вы узнаете в нашем следующем сюжете. 1 сентября по старому стилю, 14 по новому, православная церковь празднует церковное новолетие, то есть начало церковного года, называемое также началом индикта. У нас речь пойдет именно о 1 сентября по старому стилю, чтобы вам было понятно и не было путаницы, и это событие будет рассматриваться с исторической точки зрения. Решение начинать Новый год 1 сентября было принято на Первом Вселенском соборе в 325 году. Это было сделано в память о том, что в 313 году византийский император Константин Великий законодательно даровал христианам полную свободу исповедовать свою веру. На Руси с 1492 года новолетие отмечали как церковно-государственный праздник. В богослужебных книгах на этот день имеется много особых праздничных песнопений и молитв. Главное торжество совершалось в Москве на Соборной площади Кремля. Сооружался помост, с которого после церковной службы митрополит и великий князь возвещали об окончании года и поздравляли народ. Митрополит освящал воду, кропил ею князей, стоявших вокруг горожан, и все поздравляли друг друга. В церковно-приходских школах учебный год всегда начинался в день празднования новолетия. Впоследствии эта традиция распространилась также и на все другие учебные заведения. Она сохранилась и до сегодняшнего дня. 1 сентября праздновали начало индикта до тех пор, пока Петр I не захотел внести изменения в календарь. В 1699 году он повелел отмечать начало нового гражданского года 1 января, как это было принято в Европе. Но церковная традиция праздновать новолетие 1 сентября сохранилась и до наших дней. Традиция праздновать новолетие 1 сентября восходит к еще более раннему времени. В Ветхом Завете у древнейшего еврейского народа особо почитался месяц Тисри, соответствующий нашему сентябрю. В книгах Моисеевых написано, что Господь Бог повелел особо праздновать наступление этого месяца, чтобы люди, освободившись от житейской суеты, могли в этот день служить единому Богу. Основание начинать Новый год осенью отчасти указано самой природой, так как с окончанием лета обыкновенно оканчиваются жатвы и труды года.
Когда земледельцы уже достигли своей цели, собрали плоды ушедшего года, наступает новый кругооборот, новые труды и новые надежды на будущее плодородие. Мы празднуем, говорили они, индикцион не римскими властями установленный, а узаконенный небесным царем славы Христом. Христов же индикцион – это его святые заповеди. Он не требует от нас ни меди, ни железа, ни серебра, ни золота. Но вместо железа и меди Господь требует от нас твердой добродетели и крепкой веры в Бога. Вместо серебра наш Царь Христос ожидает от нас надежды, ибо она лучше, чем серебро, обеспечивает человеку благополучную жизнь. А вместо золота Он желает от нас самой драгоценной добродетели — любви к Богу и ближним. Для христианской церкви месяц сентябрь особенно знаменателен еще и потому, что по преданию именно в первый день сентября, когда в Иудее праздновали новолетие, Иисус Христос пришел в город Назарет, где был воспитан, вошел в синагогу и стал посреди учителей. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв ее, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, Его же ради помаза мя благовестите нищим, посла мя исцелите сокрушенное сердцем, проповедайте плененным отпущение и слепым прозрение, отпустите сокрушенное во отраду, проповедайте лето Господне приятно». Закрыв книгу и отдав служителю, Господь начал говорить, что прочитанное пророчество исполнилось на нем, что он — истинный Мессия, посланный от Бога Отца для спасения людей и обновления их жизни. Поэтому считается, что день новолетия — это благоприятное время для начала пути духовного спасения. Этим праздником Церковь напоминает верующим о необходимости духовного обновления через отвержение греха, борьбу со страстями и покаяние с молитвой ко Господу. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами снова в рубрике «Вопросы и ответы». Что такое суд Божий? Суд Божий — это своего рода экзамен нашей жизни. Вообще, каждому человеку предстоит пройти сквозь два суда. Первый — это суд непосредственно после смерти, как учит Церковь, на 40-й день после смерти. Второй же — это страшный суд окончательный. В чем разница между этими двумя судами? В том, что после первого еще какая-то возможность есть что-то изменить. Хотя сам человек, душа человека, она ничего не может исправить. Господь говорит: в чем застану, в том и сужу. Но если же человек прожил или пытался жить праведно, и у людей, оставшихся у его там родных, близких, окружавших, остались какие-то добрые впечатления, они чаще вспомнят, чаще помолятся о нем. И вот эта молитва, она много может изменить. Если же человек жил и в этой жизни неправильно, то, наверное, и будет вспоминать, наверное, там, со вздохами, и это не всегда, или, можно сказать, гораздо меньше принесет пользы. Хотя вроде вспомнили про него, но как-то меньше пожелает ему добра. А поскольку мы не можем жить так, чтобы совершенно не грешить, так просто не бывает. У всех у нас есть какие-то ошибки, какие-то недостатки. И мы пытаемся еще при жизни очищать свою душу, то и у нас появляется больше шансов получить на этом суде какой-то положительный результат. На этом мы с вами прощаемся. До новых встреч. В проповеди прозвучала мысль, что сердцевина покаяния — это обращение человека к Богу. Мы рассказали вам, что Новый год, согласно церковному календарю, наступает 14 сентября. В рубрике «Православие в вопросах и ответах» вы услышали мнение священника, что Божий суд — это своего рода экзамен человеческой жизни. Вы смотрели духовно-просветительскую программу «Лампада». В студии была
Лариса Степкина. До свидания. До встречи через неделю.